Тверская область присоединилась к международной экологической и патриотической акции «Сад памяти». Она проводится ежегодно в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В областной столице «Сад памяти» пополнился еще 14 яблонями. В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники крупных тверских предприятий, сотрудники министерств, члены молодежных движений. К акции присоединился и глава региона Игорь Руденя. Цель международной ежегодной акции «Сад памяти» – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в ходе Великой Отечественной. В Твери в этом году местом высадки деревьев стало Смоленское воинское захоронение. Здесь братская могила, в которой покоится более 200 советских воинов и комсомольцев-подпольщиков, погибших во время оккупации. Поэтому участники начали мероприятие с церемонии возложения цветов к месту памяти. Рядом с мемориалом уже растут две раскидистые груши, которые радуют горожан красивым цветом каждую весну. Этот ансамбль пополнили еще 14 яблонь. Они были высажены участниками акции, среди которых руководители крупных предприятий, юнармейцы и глава региона Игорь Руденя. Главное, крепче держи. Губернатор уверен, что эти деревья станут для сегодняшних и будущих поколений жителей символом вечной памяти о героях, благодаря подвигу которых мы живем, трудимся и по праву гордимся своей страной. Того же мнения и другие участники акции, ведь та война коснулась практически каждой советской семьи. Мы очень рады принять участие в этом замечательном мероприятии «Высадка деревьев в саду памяти в честь нашей великой победы». Мы помогаем ветеранам, помогаем нашим участникам СВО и будем продолжать это делать. Хочу, чтобы все наши граждане, все наши дети всегда помнили о том подвиге, который совершили наши прадеды-деды. Для нас это очень важное мероприятие, так как война коснулась семьи каждого человека в нашей стране, в том числе и семей всех сотрудников нашей компании. Кроме того, как отметил один из участников, «Сад памяти» – акция эколога патриотическая. И еще, к тому же, хорошая традиция для семьи. Любой мужчина должен посадить дерево, построить завод и воспитать сыновей. Вот сыновей у меня четверо. Завод есть, соответственно, мы сажаем здесь деревья. Это очень хорошо вписывается в любую повестку, в том числе и забота об окружающей среде и преемственность поколений. Потому что, когда мы сажаем деревья, мы показываем нашим детям, что необходимо созидать. Для юнармейцев, которые уже не первый год участвуют в мероприятии, «Сад памяти» является данью тем, кто отдал жизнь за мирное небо над Родиной. В Тверской области два города – воинская слава, Тверь и Ржев. Мы помним всех тех, кто погиб в этих кровопролитных боях. Всегда ими гордимся и всегда готовы вспоминать, рассказывать, обязательно рассказывать подрастающему поколению, созидать уже сейчас на благо Отечества и не дать переписать правильную историю нашего государства. С Днем Победы! Всего в этом году в рамках акции «Сад памяти» в Верхневолжье планируется высадить более 2,5 миллионов деревьев. Напомним, акция впервые была проведена в 2020 году. За эти годы в Тверской области было высажено около 14 миллионов деревьев, примерно половина от 27 запланированных.